Друзья, всем привет! На связи Надежда Попова. Путешествуя по Болгарии, сегодня мы посетим Врацан. Это самый большой город на северо-западе Болгарии у подножия гор Врачанска-Планина. Население города 85 тысяч человек. Врацан был основан в античные времена фракийцами и представлял собой крепость, окруженную башнями. Следы человеческой деятельности прослеживаются здесь еще до нового каменного века. Первыми жителями города были фракийские племена, следы высокой материальной культуры которых находятся и сегодня на территории Врачанской области. Эпоха Возрождения дала Враце много светил, которые оставили прочный след в политике, национально-освободительном движении, в истории, культуре и образовании. В разные исторические периоды Враца был важным социальным, рыночным и культурным центром. Центр города украшает памятник Христо Ботеву, который погиб здесь в 1876 году во время апрельского восстания в бою с турецкими войсками. Сейчас Враца – это административный и экономический центр Врачанского муниципалитета и Врачанской области. Город является отправной точкой маршрута, ведущего ко многим пещерам, водопадам и скалам. Самые известные среди них – пещера Леденика, водопад Скакля и ущелье Врацата. Во Враце хранится Рогозинское сокровище – крупнейший фракийский клад, найденный до настоящего времени. В городе хорошо развиты многие отрасли промышленности – текстильная, швейная, мебельная, легкая, производство строительных материалов, машиностроение. Девиз города – город Враца, древний и молодой. Спасибо.